С победой. Тяжелый матч получился. Какие эмоции после матча? Всех с победой. Да, тяжелый матч, но первые 60 минут, наверное, всем казалось, что это все легко дается, но команда работала очень хорошо, все 90 минут. Чуть-чуть расслабились и получили два мяча, и всегда тяжело, когда ты получаешь во время игры встряску. Но самое главное, дотерпели и довели игру до победы. Расскажи, как гол забил? Увидел, что Семенов протыкает мяч и уже подстроился под него. И хотел попасть в дальний угол, так и попал. В РПЛ прошло уже несколько туров. Это помогло с точки зрения игровой практики? Я думаю, да, в плане того, что какой-то физический тонус есть игровой. И в любом случае, когда идут постоянные игры, ты чувствуешь себя в тонусе. Но мы, сказать, очень много игр сыграли за последние 3-4 недели, это какая-то усталость накопилась, но правильное восстановление и правильные подсказы тренерского штаба дают плоды.